Первая звезда на аллее славы мотоциклетного спорта была открыта в начале этого года. Старт традиции дала мотобольная команда «Металлург». Сейчас место украшают фигуры выдающихся спортсменов европейского уровня – Сергея Часовских, Владимира Сосницкого и Валерия Нефантьева. К сожалению, мотоциклетный спорт не настолько популярен в средствах массовой информации. По телевидению показывают мало, в газетах пишут мало. А вот то, что это ребята сделали, вот начали вот эту хорошую традицию, я надеюсь, она будет продолжена. Мы были первыми, но, надеюсь, не последними. С тех пор аллея расширилась. Недавно здесь открыли звезду, посвященную мотогонщице Анастасии Нифонтовой, а на днях славы удостоился Фома Калинин. В свои 20 лет молодой мотоциклист стал чемпионом мира по стантрайдингу. Говорит, мотоспорт ему достался по наследству. У меня отец увлекался этим видом спорта. Я часто бывал на тренировках, насмотрелся на него, и мне тоже это стало интересно. В моей карьере, возможно, это продолжение, это новая дисциплина, это штейн-кольцевые мотогонки. Посмотрим, как там будет все развиваться. У нас цели большие. А уже на улице юноши мотовольной команды «Металлург» с показательными выступлениями. 2-2 и 1-1. Вратарь сыграют сегодня товарищеский матч. Умение владеть мотоциклом продемонстрировал и герой дня. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно ТВ.